трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. МВД планирует обязать автоинспекторов более тщательно описывать обстоятельства аварии, наличие луж и посторонних предметов на проезжей части, колейность, трещины в асфальте, нависающие деревья. Эти и другие пункты могут появиться в карточке ДТП. Все для того, чтобы подробнее описать такой фактор, как неудовлетворительные дорожные условия. Сейчас сотрудники ДПС, прибывающие на место аварии, обязаны фиксировать ширину дороги, ее категорию, количество полос, вид покрытия, освещение, погоду и другие параметры. Трасса 101. В России впервые за долгое время цены на новые иномарки пошли не вверх, а вниз. Так, в среднем на 3% подешевел Ford Mondeo. Примерно столько же сбавил Geely M-Grand X7 предыдущего поколения, за исключением комплектации лакшери с автоматической коробкой передач. Компания Suzuki немного снизила стоимость кроссовера SX4. Доступнее на 1%, в одной из комплектаций стал Volkswagen Passat. Трасса 101. Нижегородская область может стать первым регионом страны, где взимаемые с водителей штрафы пойдут исключительно на ремонт и строительство дорог. Пока эти деньги во всех субъектах поступают в общий котел. Нижегородские парламентарии рассмотрят соответствующую инициативу в первом чтении в ближайшее время. Кстати, российские автомобилисты отдают в казну в виде штрафов огромные деньги. К примеру, в 2015 году эта сумма превысила 70 миллиардов рублей. Трасса 101. «Лада Самара» снова возглавила топ-10 отечественных легковушек, пользующихся наибольшим спросом на вторичном рынке. Второе место у классических моделей Волжского автозавода. В бронзу крепко вцепилась десятка. Реже всего из бэушных российских машин наши соотечественники приобретают УАЗ «Патриот». Лидеры среди иномарок с пробегом – «Форд Фокус», «Тойота Королла» и «Тойота Камри». В завершении напомню, что участок улицы Попова от Комсомольской до Красина в Кирове в начале этой недели закрыли для транспорта. Движение там должно возобновиться 15 сентября. Причина – строительство путепровода в Чистые пруды. Объект планируется сдать осенью следующего года. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова» и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.